Событие «Экспедиция» стартовало. Заходи в игру, забирай свою компенсацию. Добавили систему модов для пистолета «Кольт» М1911, он же пистолет «Генерала», «Кобальт Кинетикс» для штурмовика и дробовичок «Сайдвайнда Веном». Зарабатывай валюту события, выполняя соответствующие контракты и получай различные плюшки в магазине события. Да, кстати, контракт на убийство противников в ПВЕ-миссиях также засчитывается и на спецоперациях. Это легко выполнить, играя, например, в соло на карте «Опасный эксперимент». Ну что же, желаю всем приятной игры и хорошего настроения. Пока-пока.